Второй региональный чемпионат Junior Skills в самом разгаре. Более 80 школьников из Чувашии уже второй день соревнуются за звание лучших своей компетенции. С будущими инженерами, программистами и химиками познакомились мои коллеги. Узнать то, что скрыто от человеческого взгляда, такой мотив движет участниками компетенции лабораторный химический анализ. Колбочки, разноцветные жидкости, юные фармацевты проверяют качество настоящих лекарств. Сейчас мы проводим титрование, это конечный этап нашей работы. Раствор должен заменить окраску, мы должны заметить, что он изменил окраску, и замерить, сколько титра пошло на титрование. Мы проверяем качество проторгола и люголя. Сами мы оценим, что мы справляемся весьма хорошо. На каждой площадке Junior Skills свое задание. Так эти ребята вовсю заняты написанием программы для робота-ликвидатора. Его задача – обнаружить зараженный предмет и переместить его в специальный контейнер. Будущим программистам от 10 до 13 лет. У нас очень хорошо получается. Нам нравится робототехника. Чем? Тем, что роботы очень интересны, и надо больше подключать свой мозг. Я хочу стать программистом, чтобы было чем занять свой мир. Для детей постарше следующий уровень сложности. Здесь робот-фермер собирает и сортирует урожай. Сложное задание в том, что нужно переехать через мост. Через мост переехать не может не любой робот, потому что приходится придумывать специальные всякие уловки, чтобы переехать через него. Но так по себе, само по себе задание несложное. Папа мой тренер. Мы дома занимаемся, работаем каждый вечер. Каждый день. Я надеюсь, что это будет моя будущая профессия, и в будущем только при помощи робототехники будет жить вообще мир. Робототехника и 3D-прототипирование представлены в этом году на чемпионате впервые. Объемная печать в последнее время стала очень популярной во всех сферах. На этой площадке собрались будущие инженеры, которые готовы развивать направление и может даже вывести его на новый уровень. В рамках нашего чемпионата ребятам необходимо создать прототип и модель машинки вот такой вот с заводным механизмом. Они получают чертежи, получают некоторые детали, которые необходимо самим измерить, замерить, рассчитать и в процессе смоделировать все необходимые элементы, распечатать их на 3D-принтере, то есть и собрать, и сделать сборку полноценного устройства. За работой школьников на чемпионате следят более 50 экспертов-профессионалов в своих компетенциях. 15 декабря им предстоит нелегкая задача – определить лучших. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Расиль Мухаметов, Республика.